Торжественные, радостные минуты. Руководитель исполкома Зеленодольского района Айрат Сахибулин лично вручает ключи каждому новоселу. Молодая семья Ханзафаровых с двумя дочерьми проживала в аварийном доме по улице Гоголя, 29. Теперь они переедут в уютную и просторную двухкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров. У нас была счастливая семья, теперь вдвойне мы счастливы. У нас теперь своя квартира. В республике и Зеленодольске продолжается выполнение программы по переселению из аварийного фонда. Сегодня решилась жилищная проблема у 88 счастливых семей. Все они будут проживать в новом доме по проспекту Строителей, 17. Ждали очень долго. Вот. Рады, что получили новое жилье. Наконец-то дождались. То есть все хорошо, все отлично. У нас в программе участвует 2200 семей. Из них уже 384 семьи переселилось. Сегодня 88 заселяем. Остальные жители аварийного жилищного фонда будут переселены в 2017 году. До конца 2017 года будут все расселены. Спасибо. Юлия Озерова, Рузья Давлетшина, Сергей Грызунов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».